Я поднялась. Поднялась я. Как класс. А запах? Запах, блин, вы чувствуете этот запах? Блин, это шикарно просто. Турник. Че? Шишки. Где? А тут еле упала. Упала. Корабль? Какой корабль? Я думала, это домик чей-то. Смотрите, вот она еле упала, да? Вот я только сейчас вам говорила про корни. Корабль, Женька говорит, это. Я думала, это дом чей-то. Не, здесь на дом похож, Женя, это не корабль. Смотрите, вот она ель, она еще зеленая. Смотрите, такая. Вот ее корни. А, блин, я не пойду. Я хотела корни вам показать. Я думала, вот это корня. Корно. Господи. Корня. Да. Тут, блин, я теперь пойду, ладно. Сейчас буду прыгать. Опа. Слушай, ну просто шикарно. Сосновый бор. Блин, ребята, ролик получится, наверное, очень длинным. Я буду его разделять, скорее всего. Потому что я вам хочу показать просто все абсолютно. А туда вдаль идет. Тропинка, тут холодно. Смотрите, 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 смотрите. О, красота какая, блин. Видите, камера как фокусирует далеко. Класс. Смотрите, какая полянка классная. Что я очень медленно. И, конечно, тут Женька сморкается, как всегда. Вечно у него все заложено. Главное, утро, солнышко, восход. Блин, тут жизнь вообще... Женя, уйди, пожалуйста. Тут жизнь вообще просто классно. Не знаю, тут никто не живет, но я была бы очень счастлива здесь. А, летом ты хочешь? А, ну, конечно, мусор. С палаточкой. А, ну, может быть, кстати. Ай, как классно там. Женька, фоткай. Вон, смотри тут. Куда-то мы дошли. Как классно, смотрите. Там народ вон уже гуляет. Какая красота. Листочки, господи, листочки, как они щебечут. Женя, подожди. Вот оттуда вы, ребят, мы с вами пришли. Тут, конечно, фоткой. Отсюда мы с вами пришли. Сюда я фон сейчас сделаю. Пока скажу тут. Блин, смотри, какая там классная. Вот тут, ребят, вам хотела показать. Видно даль. Вот она. Вот она, вон там видна. Это просто классно. Я просто восхищена. Ну, конечно, мало времени все-таки. Там 8:39 мы вышли, 10-11, 2 часа всего лишь погулять. Это очень мало. Жалко, что у нас нет остановки на целый день. Это было бы вообще просто шикарно. Да, Жень? На целый день, представляешь, была бы остановка. Это было бы супер. Тут шиповник, кстати. И люди рвали шиповник. Я тоже чуть-чуть нарвала, но я не брала мешочка никакого. И просто сложила в рюкзак. Я надеюсь, то, что оно не испачкается. Смотри, какие там деревья. А? Класс. А, нет, тут не будет меня видно. Вообще просто классно. Я вообще просто восхищена. Вот тут какой маленький шиповничек. Маски, что? А, нет, притвится. Ну, кто поедет? Во! О, шиповника, смотри, сколько. Я поберу? Она кушает там. Ладно, какая красота. Шиповничка чуть-чуть набрали мы.
Жень, ты мне руку дашь, я спущусь. А ты стой тут. Там яблоко какое-то. А, это яблоко висит там. Одно. А яблоки, кстати. Яблоки дикие. Они, кстати, тоже очень-очень вкусные. Это что, получается, люди еще и яблоки собрали тут? Там одно висит, но оно где-то там. Ну ладно, я не буду его трогать. Какая красота. Ну тут, кстати, ладно, еще не очень. А, это слышно этот. А это что такое? А это не собирают. Что-то тут висит. Кстати, она зимой, наверное, очень великолепно смотрится, Жень. Со снегом вот эта штука. Замерзшая такая. Плюс заморозки, мороз, снег. Вот тут тоже. Зимой, кстати, наверное, тут вообще просто великолепно. Очень, наверное, красиво. И тут смотри. Она колючая. Что это такое? Что-то такое. Классно. Желтенькая вся. Природа. Прям вот как раз этот остров, как раз вот прям для того, чтобы вот к природе приблизиться. Ну, конечно, тут мусор, грязь. Естественно, само собой. Без этого никуда, но почти дикая. Шиповника, кстати, очень много. Не знаю, кто его отбирал в прошлом году. Но сухих нету. Кстати, птичек особо не слышно. Там туалет есть. Там карта. Надо посмотреть, что там у нас есть. Карта у нас есть там. Вот наш теплоход. Там теплоход плывет здесь. А, поняла. Какая она там? Ну, мусор, конечно. Не без этого. Шишки вот никто что-то не собирает. Смотри. Вот так вот. В форме усов. Назвали вот так. А, усовка, вот. А я думаю, как же она называется-то? Я вам так и не сказала. У вас написано будет там. Гриль, какой классный кадр. Вообще кадр шикарный. Прилавок бесхозный. Thank you.
дом живут, представляете? Волейбол вон. Ой, господи, чуть не упала. Расписной теплоход у нас. Батарейка садится, блин. Чуть-чуть не хватило. Но у меня есть другая. Тут домики дальше, представляете? Вон домики, беседка, домик, беседка. Тут можно приехать и пожить, представляете? Пожить можно, класс. Батарейка садится. Тут огородики, смотрите. Маленькие огородики у всех даже. Там женщина стоит там. Сейчас отключится уже. Ну, короче, классно. Я надеюсь, что вам понравилось. Туалет даже есть. Я надеюсь, что у меня получилось все вам заснять, что вам очень-очень понравилось. И мы с вами отбываем. Вот, кстати, Женька, отбываем.